придет в казну. Благодарю. Сейчас, секунду. Привет, Ганна. Это ты такой, понял? Осуждаю максимально. Так ведь это гнида, блин. Максимально осуждаю, но он реально каждый день уже 2 месяца этот чек поселился. Максимально осуждаю такие высказывания. Бля, ну какой гнидыч, максимально осуждение. Максимальное осуждение. Я думал, этот час не настанет. И мне спасибо за поддержку. Осуждаю максимально такие высказывания. Иди нафиг, я тут нахрен могу посылать, черт галимый. Максимально осуждаю такие высказывания. Я думал, это... Ай, да ладно! Осуждаю максимально такие высказывания, черт галимый. Чё? Нет, он не с кольцом. Кольцо не нужно, понимаешь? Если чел... Гачок басбустит, сразу скипаю это говно. Понимаешь, что Морю... Тебя слушать! Ай, да ладно! Так, этого дурачка баню, юзер. Спасибо, Карл, что сказал. Сразу баню дурачка, который фигнёй занимается, дурачок. Негры! Осуждаю максимально! Иди нафиг отсюда, максимально осуждаю такие высказывания. Дурачок неадекватный. Получить. Из чего я должен тебя слушать? Ну, ай, может, да багнута попробовать? А чё? А? Ты что, дурак? Осуждаю максимально такие высказывания, чисто черт залетает горбатый, максимально осуждаю такие высказывания. Я закрою тебя, петь не могу, максимально осуждение. Осуждаю максимально такие высказывания. Я теперь ультрамега жестко осуждаю. Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Заходишь с другом на стрим. Куда ты заходишь? Один орет, второй саундпад дрочит, а третий стыдится. Да. Я тут, кстати, слышал, что челы, которые кидали тебе банворды, они випки получают. Это правда? Нет. Знаю, что правда. Они нахрен. Нет! Они нахрен только идут, понял? Осуждаем максимально! Динахрен! Я скипаю сразу эту фигню, осуждаю максимально. Такое категорически не поддерживается. Пойдет, Лю. Исправь себя, Идарос. Осуждаю максимально такие высказывания, гнилые! Я максимально пойдет, осуждаю сказал. Такие высказывания. Благодарю. Потому не, лучше эти все. Осуждаю максимально такие высказывания. Я максимально гипер-ультра-мега-жестко осуждаю такие высказывания. Думал, этот час не настанет. Здорово, брат. Сегодня и в моей жизни наступил день, когда пришлось преклонить колено перед темнокожими. Просто в таком положении гораздо удобнее перезаряжать ружье. Да, осуждаю! Осуждаю максимально такие высказывания. Да я максимально нахрен осуждаю такие высказывания гнилые, гипер-ультра-мега-жёсткое осуждение. Бля, поставим, потому что он там... Благодарю. Подари своему парню негра. Да осуждаю максимально такие высказывания гнилые. Гипер-ультра-мега-жёсткое осуждаю такие высказывания. Таит.
Удачного тебе стримчика, меньше чем 3. Значит, плохой тогда. А я максимально осуждаю такие высказывания. Чисто быдло вынесли. Максимально осуждаю такие высказывания. Это черт еще. Он по-любому и перебил мне еще карту гниды. Максимально осуждаю такие высказывания. А ставлю тоже. Пойдет в казну. Чуть побольше. Благодарю. Да подождите, блядь. Скажи, если бы тебе дали выбор быть каким-то любым животным, кого бы ты выбрал? Мне кажется, похож на черного страуса. Ты прячешь голову в песок, когда тебя унижают. Я был бы тигром, понял? Боевым. И переигрывал бы всех. Осуждаю максимально такие высказывания, дура неадекватная. Дальше. Благодарю. Привет, моя солевая мартышка. Чатику плотная зига. Осуждаю максимально. Пойдет в казну. Благодарю. Валера, ты меня любишь? А осуждаю максимально. Иди отсюда, дурачок неадекватный. Максимально осуждаю такие высказывания. Должен тебя слушать. Ай, да ладно. Она побежала просто. Братан, девушка, плохо что ли? Пойди, я таблетку принесу. Чего? Ему надо их ловить, что я могу сказать. Её даже поймаем, возможно. Что там? Давайте на бабе. Надо поймать её. Да! Хорошо, это выгодно. Что там? Заблевал мне тут всё, пидорас. Да я максимально нахрен осуждаю такие высказывания. Идёт в казну. Благодарю. Валера. Я у тебя в ролике. А я осуждаю, Макс. Иди нафиг отсюда, ничего ты не будешь. Максимально осуждаю такие высказывания. Возьми РПД. Благодарю. Валера, а на Зипуля лимит сегодня. Хочу заказать прежде, где в конце Зипуля лимит. Осуждаю максимально такие высказывания. Я думал, вот ничего я беру. Благодарю. Валер, посмотри мое последнее видео. Там кайфовая нопра, как обычно, про негров. Осуждаю максимально такие высказывания. Я думал, этот час не настанет. Я максимально осуждаю такие высказывания. Валер, еще раз скажи, спасибо за стрим, ставлю тебе биг-бубу. Ему не удается... Осуждаю максимально, я тебя максимально осуждаю тебя. А, ну у меня... Я должен тебя слушать. Что ты смеешься? Что ты смеешься? Ай, да ладно. Совсем дурачок, нафига ты мне это врубаешь, когда лимит на зипулю, оно сидит это ставит. Клоун. Нафига ты мне ставишь свою зипулю? Пидорас! А, осуждаю! Такие вы, и нафиг отсюда. Максимально осуждаю эту чувырю комнатную, сидит. Подъездница комнатная максимально осуждает этого быдлана подъездного. Дура семечница. Максимально осуждаю. Иди отсюда. Даже дальше в подъезд свою чисто сиську пива сосать. Дурачок неадекватный. Максимально осуждает этого быдлана комната. Шел он отсюда, быдло. Здесь такое быдло не любит никто. Ну тебя что-то найти на самом деле. Да, потому что ходят ли же люди какие-то фишки постоянно. Ну, ты совсем глупо, нафига ты мне это кидаешь? Ты слышишь, крокодил усатый. Сидит дурик чисто. Крокодил, под крокодилом сидит. Осуждаю максимально, ты дура, крокодил, ты слышишь, дура чешуйчата, максимально осуждаю такие высказывания. Ай, да ладно! Откуда? Это откуда, блядь?
кидает по дворам. Ты дурак, у тебя лимит этого... А это ты, который черт мне кидает в записи в конце? Если это ты, надо следить, подожди 10 секунд. Да-да-да-да, слушай. Даун. Осуждаю максимально успел. Приветствую, максимально осуждаю хорошего такие стрима. Высказывания. Сегодня я составил билд на Вескера, о котором вчера мы говорили. С Кипидом в начале тебя просто форсит жесткой группой. И естественно с ваншаткой и пассивным заражением. Я так понимаю, сейчас заказы не принимаются. Тебя слушать! Ай, да ладно! Секунду. Это как ты достал со своей фигнёй, нафига ты это ставишь? А если я не отвечал, значит это мне просто неинтересно. Вот и все. Насчёт рекламы. Хорошо, что твой зипуля перебивается песни. Это слава богу просто. Пидор. Осуждаю максимально я! Я тебя максимально осуждаю. Максимально осуждаю такие высказывания, гнида. Я далеко ушел. Я снова в ролике у тебя. Да я осуждаю максимально, в каком-то... Иди нафиг отсюда, максимально осуждаю такие высказывания дурачка неадекватного. А мы доски. Да ладно! Давай так, секунду. Так, занг, блин, еще. Да все в порядке. Ой, сожидаю максимально тебя, обезьяна. Максимально осуждаю такие высказывания. Идет в казну. Благодарю. Летчик, я по делу. У меня дома два кота. Именно кота и один прыгает на другого, пытаясь его изнасиловать. И вот я спросил у матери, что с этим делать. И она сказала, что он у нас очень современный котик, европеец. А я ей сказал, что он просто пидарас. Да я максимально осуждаю такие высказывания. Так, смотрим, где они... Благодарю. Валер, ты тоже пидорас. На, Валер. Не максимально, это из-за тебя максимально осуждаю такие высказывания. Привет, Малдирас. Сейчас будет запретка. Я тебе сейчас только по... А на самом деле, привет. У меня сегодня ДР, поэтому без меня. Поздравь меня. Поздравляю тебя с днем рождения. Поздравляю, сейчас, секунду. А теперь по традиции иди нахуй, Додо. Да я максимально нахрен осуждаю такие высказывания, где максимально осуждаю такие высказывания. Благодарю. Я не быдло, по крайней мере, с котами. Осуждаю максимально такие высказывания. Минус деньги у дорога, переигран, черт, максимально осуждаю. Шел вон отсюда, семечник подъездный. От в казну. Благодарю. Да ты шутишь? Пидорас, не успел. Я ж даже не вы... Осуждаю максимально такие высказывания. Слушать! Ай, да ладно! Ладно, тут хоть не врезалась. Я думал, что сейчас врежется, ладно. Я сразу говорю, осуждаю. Будут цветочки, понимаете? Я закрываю дверь. Забираю кэш, иду делать ноготочки, Кайзи! Ты черт галимый комнатный, максимально нахрен осуждаю такие высказывания. И теперь ультра мега жестко осуждаю такие высказывания. Блин, я сбился. Благодарю. И Дарас. Осуждаю максимально такие высказывания. Это гнида, я сейчас следить буду и скипать тебя, говноед. Солевой. Держи монетку. Тебе пригодится. Я тебя тоже сейчас осуждаю.
осуждаю максимально. Держи монетку. Максимально тебе осуждаю такие высказывания. И тебя тоже сейчас. Вечер, и тебя Валим. Осуждаю минус 100 очередные. Максимально осуждаю такие высказывания. Пойдет в казну. Давайте его сейчас за раненым пойдем. Не успел. Осуждай. О, что не успел-то? Спасибо большое за поддержку. Все, за ней идем, она замедленно. Держи сейчас монетку. 9% очень тебе пригодится. Будет. Душить ее, точнее, будет. Осуждай. Ожидаю максимально такие высказывания. Ну все, она... Давай, мы возьмем так же, вот так вот, что-то я типа такого. Я все еще тут кидаю. Я осуждаю максимально... Успел, никто ничего не слышал, максимально осуждаю такие высказывания. Олег... Идет в казну. Добрый день, Юрий. Благодарю. Привет, осуждаю, тебя нахрен можно послать. Иди нафиг отсюда, достал меня каждый день максимально. Сердцем и душой. Ты не слышал, звук был сапки. Чатик, звук сапки был. Чефир в радость. Мне как сладость. Осуждаю максимально такие высказывания. Я максимально осуждаю такие высказывания, Гницкие. Блин, если я про... Идет в казну. Благодарю. А, сейчас, секунду. Да-да-да, подожди. Сыграй для меня на булочке. Подожди, давай не будем секунду. Ссориться. А кто ссорился? Осуждаю максимально. Я тебя нахрен только могу... Вышел отсюда. Черт, Галимый, максимально осуждаю такие высказывания. От в казну. Благодарю. Тогда передай заказ Маше Левин. Пожалуйста. А сейчас, секунду, да-да-да. Осуждаю, да не нафиг отсюда, максимально осуждаю такие высказывания. Нигер. Да осуждаю максимально такие высказывания. Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Видели, как ты играл мальчика? Что не мешай? Не мешай, сука. Не мешай, бля. Что за фигня? Осуждаю максимально тебя, обезьяна, клавиатура. Максимально осуждаю такие высказывания. Пришел еще один черт, чисто чья обезьяна сбежала с клетки. Проверьте еще карточку, оно своровало у вас. Деньги воруют при свете белого дня. Максимально осуждаю такие высказывания. Но, благодарю. Заходите в ТГ / Мальдивы .com. Осуждаю максимально такие высказывания. Это бесполезно вообще юзлес. О! Да я максимально нахрен осуждаю такие высказывания. Я максимально это быдло терпеть не могу. Максимально осуждаю такие высказывания. Я думал, основной генчик это тропатер за ней. Мальчик на генчика. Мальчик всегда хорошо носил. Самого своего рождения он носил Тиммерсен, которые пытались вытащить его из живота, чтобы отрезать пуповину. Ну, ты дурной? Тебя жизнь, походу, обделила чем-то. Дурик на донатере. Не делали, да? Лучше с кем? Американцы начинают игру в Clash Royale только с одной башни. Чё, блин? Осуждаю, я слышал, что-то мне про эту игру говорят. Осуждаю максимально такие высказывания. Максимально осуждаю такие высказывания. Мне кто-то говорил, что-то, что эта игра запретная. Максимально осуждаю. Ну, благодарю. Передай.
пожалуйста. Так. Привет, Маш Левин и Адерис. Осуждаю. Ну, нафиг отсюда, максимально осуждаю такие высказывания. Где пигуль, ты мега жестко осуждаю такие высказывания. Пойдет в казну. Благодарю. Валера, ты пидор. Осуждаю максимально такие высказывания. Я думал, этот час не настанет. Валерчик, когда мне выполнять будем? И раз я в топ донате, ставь ники, я кемплю на море, я пидор. Да я максимально нахрен осуждаю такие... И нафиг отсюда, дурачок неадекватный, максимально осуждаю такие высказывания, дуру неадекватную. А я все думал, когда же ты появишься? Начнет быдло самоутверждаться. Да, ставлю тебе сию, целый альбомчик. О, спасибо большое. Осуждаю максимально такие высказывания. Я максимально осуждаю такие высказывания. О, добиваем. Идет в казну. Благодарю. У тебя было такое, что у бабки во время секса челюсти протезные вылетают. Еще все время с ее инвалидной коляской соскальзываешь и щечки у нее отобрал, чтобы мусорам не сдавать. Да отстань от меня. Осуждаю максимально. Осуждаю максимально такие высказывания. Я думал, этот час не настанет. Все думают, что я хуёво играю и даю плюс 4 каждую катку, потому что я конченый анский. Но вы не учитываете, что во время катки я отправляю самодонаты ногами. И одной рукой держу негритёнка. Осуждаю, я следить сейчас буду, всё. Максимально осуждаю нахрен такие высказывания. Орлиный глаз включен. Теперь буду следить за всеми чертами. Максимально нахрен осуждаю такие высказывания гнилые. Держи монетку. Тебе пригодится. Привет. Люблю тебя смотреть. О, да. Даже в машине. Как раз еду на аукцион за новым ниггером. А то сложно без домоработника, если честно. Как легче. Да я максимально нахрен осуждаю такие гницкие высказывания. Пшел вон отсюда, черт на донатере. Черт, я больше никогда не видел. Тебе пригодится. И зараз. А да осуждаю максимально. Так это с другого еще. Максимально осуждаю такие высказывания. Я гипер ультра мега жестко осуждаю такие высказывания гнилые. Держи монетку. Тебе пригодится. Осуждаю максимально. Нахрен отсюда, максимально осуждаю такие высказывания переигранно, блин. Я с мамой. Так, дальше ставим трекича. Осуждаю я максимально, иди нахрен ты с такими высказываниями, максимально осуждаю такие высказывания гнилые. Благодарю. А писюны сосать тебе не нравится. Иди нафиг отсюда, дурачок, что ты несешь вообще? Ведь это Пасха. Я ген просто потерял тупую. Ну ладно, хорошо, что я взял. Тебе, походу, нравится. Осуждаю максимально такие высказывания. Это вообще... Я максимально осуждаю такие высказывания. Я чисто как море злющий, максимально осуждаю такие высказывания. И море тебя тоже осуждает, черт гонилой, максимально осуждаю такие высказывания. Скажешь как-то, я знаешь.
Да я максимально нахуй осуждаю. Такие высказывания! Я максимально осуждаю такие высказывания гнилые. Что за червь мне поставил? Максимально осуждаю. А, это еще подставляет Зузю, хорошего человека. Максимально осуждаю дурачка. Мы заказываем. Я не могу, я не вижу. Вниз мы укусываем. Осуждаю максимально такие высказывания. Максимально осуждаю такие высказывания гнилые. Таренку. Держу, держу. Конечно, пригодится. Так, что это такое? О, хороший трекер. Мне фонг что-то вставляет в последнее время. Вообще вставляет что-то в последнее время. А, негр! Осуждаю максимально такие высказывания! Я осуждаю максимально... Да иди нафиг отсюда максимально! Осуждаю, засуждай ты! Осуждаю максимально такие высказывания. Да. Пригодится. Дура, блин. Нафига ты эту дуру ставишь? Больше на этого пятого. Да, у тебя болезнь, что ли, какая-то, или что? Зипуля, новый вирус, походу, у тебя. Подцепил его. А что ты это делаешь, а? Да что тебе надо, совсем больной, походу. Осуждаю, максимально. Тебе пригодится. Валера, осуждаю максимально такие высказывания. Такое делает уже заведомо проигрыш. Здорово, скорее всего. Мы тут мутим свой русский Хогвартс. Есть концепт факультетов. Солидуэта для Санкт-Петербурга. Мартышкин гор для твич-стримеров-актеров. Хотя тебе больше подойдет Пидрвран и Негролин. Я максимально нахуй осуждаю такие высказывания. Я максимально нахрен тебя, дурик солевой, осуждаю. Пойдет в казну. Благодарю. Гриффиндор для педик. Осуждаю максимально такие высказывания гнилые. Там пойдет в казну. Благодарю. Привет, спасибо за стрим. Нигер. Осуждаю максимально такие высказывания. Да я максимально осуждаю такие высказывания. Не понимаете, что такое нельзя? Максимально осуждаю такие высказывания и скипаю. Казну. Благодарю. Доброго вечера, уважаемые. Приятных игр и положительной аудитории на стриме. Ну, я понимаю, вот это время сейчас. Я подумаю. Валера, вот ты всегда максимально осуждаешь. Конечно, а что сделать, осуждаю, чтобы ты минимально осудил? Может, написать ласково, пидарочек? Осуждаю максимально такие высказывания. Максимально осуждаю такие высказывания. Мне пригодится. Думаешь, задот же... Осуждаю максимально! Максимально никто ничего не слышал. Еще осуждаю таких дилеров. Осуждаю максимально тебя! Осуждаю я тебя! Такие высказывания, я тебя! Максимально осуждаю такие высказывания.
Как же вы достали, быдло неотёсанное, максимально осуждаю это. Фу, блин, мама плачет ночами, что такое быдло выросло. Максимально осуждаю такие высказывания. Осуждаю максимально такие высказывания. Максимально осуждаю такие высказывания, гнидки. Максимально осуждаю, осуждаю, пересуждаю такие высказывания. Если найдется дорогу. Благодарю. А сейчас пойду. У меня вообще эти... Осуждаю максимально... Максимально осуждаю такие высказывания. Это просто будет... Благодарю. Это просто будем тестить. Осуждаю максимально... Опять она здесь, Я бы... Говно бы схватил и сам бы отвел в полицию. Максимально нахрен осуждаю такого черта быдла необразованное. Максимально осуждаю. И нафиг отсюда. Да... Ой, я должен тебя слушать! Ай, да ладно! Ну я спрыгнул. Валерчик, здравствуй. Так, вот я иногда не понимаю разрабы. Ты со мной! Же свинка. Красная кассета. Что такого я сделал в начале катки, что я должен получить трапу на башку? Или что сделал такого ману? Не знаю, прокачал. Это что, если бы я был нехром, я бы должен... Осуждаю максимально такие высказывания! Усатый пылесос сюда! Иди нахрен отсюда, короче, максимально осуждаю такие высказывания гнидские. Нет, максимально гиперультра-мега жестко на осуждаю. На вторую половинку шерил. Сейчас 150, большое сейчас спасибо. Благодарю. Конечно, здороваюсь, если переживаю. Увижу. Конечно, и чатик тоже смотрю. Спасибо большое я тебе за поддержку. Осуждаю максимально! Дурачка, я максимально осуждаю такого дурачка неадекватного. Ну оно реально же поселилось на мой стрим, уже который день живет, чисто черт здесь. Изыди, демон, в свою дыру, откуда ты вылезла. Под грибную. Максимально осуждаю такие высказывания. С чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Бадабум на японском, бадабум, бадабум, каша мета, бата бадабум. Лезь на ладушки на японском, ладушки, ладушки. Аригато бадабо! Нафиг отсюда, дурачок неадекватный, я тебя осуждаю. Благодарю. Здорово, усатый сисян. Тут тебя какой сисян еще? Ты дурной, что ли, совсем? Закинул ему сотку и просил передать тебе, что ты пидор. Он не передавал? Да я максимально нахрен осуждаю такие вы... Я такое терпеть... Я отсюда максимально нахрен осуждаю такие выступления. Терпеть максимально не могу. Слышу отсюда, быдло, максимально осуждаю такие высказывания. Сейчас не настанет. Здорово, Валера, что как твои дела? То, что твои стримы помогают справиться с депрессией, это реально факт. Но ведь это, благодаря конечно, твоим примерам по отжиманию денег у бабок и школы, ты жизнь стала ярче и приятнее. И пизде ты дура в этом вообще... Осуждаю максимально нахрен такие высказывания. Чисто до... Берман на донатер. Не брысь отсюда в будку! Пошла вон отсюда, псина подзаборная. Максимально осуждаю. Может, надоело. Мой фер. Да не фюрер я никакой, отвали от меня, тебе сказал, тогда не называй меня даже. Это ты... Раз не хочешь это ты пошла вон отсюда, быдло комнатное. Максимально нахрен осуждаю такие высказывания. Я не обошел 10-20. Ну, и смысл от этого, Дэню. Чё? Чё ты стонешь-то? Мне нужно... Апседа, Апседа, ты где? Осуждаю!
максимально осуждаю такие высказывания. Вот. Благодарю. Привет, Валера. Смотрю тебя два месяца. Не... Ты очень осуждай. Хорошо играешь. Осуждай, нафиг, продолжай, максимально осуждаю такие ники. Пшел вон отсюда. И терпеть быдло не могу, вышел отсюда. Твои слова не хороша, не стоит. Иди нафиг отсюда, дурачок неадекватный. Максимально осуждаю такие высказывания. Конечно, конечно. Дед в казну. Благодарю. Валер играл в Horizon Forbidden West. Подождите секунду, не, а не играл. Играл в Horizon Zero Dawn. Хочу узнать твое мнение с Лиш Даун. Да осуждаю максимально. Максимально осуждаю такие высказывания. Вот это вот. Благодарю. Валер, что делать? Да, да. Если после клуба поехал с девушкой к себе домой, а это оказался переодетый А как китарос. Я ее не видел? Осуждаю максимально такие высказывания. Сразу в тюрьму поедешь. Поехала оно чучело, выбралось из своей берлоги, растение комнатное. Максимально нахрен осуждаю такие высказывания. Сейчас не настанет. Тебе повезло. В армию не берут, если рост ниже 150 сантиметров. Причем здесь не рост? Не зря ты стоишь постоянно на стуле. Ты дурной? Меня не из-за этого взяли. Но не защитила от пидрчистого. Осуждаю максимально такие высказывания! На, сейчас ты... Абу, знаешь, да, что на Лори в библиотеке все окна простреливаются снизу? Ну, я слышал, попробуй, да. Попробуй, стрельнут закрытые. Ли в дырку самого окна? А ниже, где основание окна, донатеры, вы задолбали кидать Валере всяких негров и дам. Осуждаю максимально такие высказывания. Тегом, заходите на мой ТГ. Заходите на мой Давай ТГ. Давай проверим. Скамил ты людей или нет? Давай. Если в чате будет писать плюсы, значит это жертвы, так это которые хей, это хейтеры напишут, нет. Жди коллективный из залупуса. Никто не напишет, кроме хейтеров. Вот телеграм, короче, подписывайтесь, ой, там много чего. Осуждаю максимально такие высказывания. Сразу быдло видно, видите, что вы делаете? Вы что, быдло тоже максимально осуждает такие высказывания. Дед в казну. Благодарю. Чисто пропитанного тестостероном, понимаешь? Осуждаю максимально такие высказывания. Ну типа ты не отхилишься, если он обилкой ударит, какая... Да откуда эта фигня? Я осуждаю максимально. Да откуда это говно? Я думал. Да осуждаю максимально такие. Иди нафиг отсюда, аноним дурной. Максимально осуждаю такие высказывания. Терпеть такое не могу. Я думал, этот час не настанет. Отстань от меня со своими бананами-обезьянами. Ты можешь, обезьяныч, отстать от меня? Что ты от меня хочешь? Я тебе не обезьяна, я... О! Да осуждаю... Ты что ты ставишь? Да максимально осуждаю такие высказывания. Вы кричите. Зачем ты пишешь? Потом, блин, ты не сможешь. Смотри, то он сейчас закричит и все. Осуждаю за тебя. Максимально осуждаю такие высказывания. Это я говорю, ну нет. А почему ты такой милашка? Где я тебе сейчас ебу, сука, пидорас ты. О! Да я осуждаю максимально такие высказывания. Осуждаю максимально. Осуждаю максимально, осуждаю такие высказывания. Терпеть такое не могу, максимально осуждаю.
Тебе пригодится. Осуждаю максимально такие высказывания. Максимально осуждаю такие высказывания. Точно нету. Проверь еще раз. Я это чепух чисто каждый стрим ведь сидит и выжидает. Только слово скажи, чепух вылазит. Как говорится, вспомнишь говно, вот и оно всплыло. Максимально осуждаю. Я осуждаю. С чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Так, это действительно всё. Хуя себе, ты чё? Бомбоёб, блядь, блядь, блядь! Чёрт, блядь! Сука! Да ты без... Пожалуйста, ехай, блядина, ехай! Ты ёбаный баран, блядь! Пидорас! Да осуждаю, мак... Я максимально осуждаю такие непотребства, быдло на водителя, иди нахрен отсюда, чёрт дурной. Максимально осуждаю, чтоб тебя за говно поймали и посадили. Преступник клятый, максимально осуждаю такие высказывания. Благодарю. Ну, находимся на этой стороне, возможно, они будут заводить час, секунду. Пидорас! Да осуждаю, что это? Я осуждаю максимально. Так, кидаем его, тоже заряжаем. Сейчас Пидорас, я... О, да я осуждаю... Да куда... Нафиг отсюда, максимально осуждаю. А, короче, смотрите. Ну, благодарю. Привет, Владимир. Just у меня кстати. Вопрос. Если я сейчас в соседней комнате развлекаюсь с твоей женой, пока что ты дурак, играешь, что ты развлекаешься, ты максим... Иди нахрен отсюда, дурачок, что ли, неадекватно развлекается оно. Скоро будешь с сокамерниками развлекаться. Черт галимый, максимально осуждаю. Максимум, с кем ты можешь развлекаться? Осуждаю! Осуждаю максимально такие высказывания. И такие ники максимально осуждаю. Максим, с кем ты можешь развлекаться, это чисто ширенько, и то с чужой нападаешь сразу, черт галимый. Чисто пес сутулый, быстро извинил. Дурачок неадекват. Осуждаю! Осуждаю я тебя! У-ху! Максимально осуждаю, опять переигрывала быдло. Я должен тебя слушать! Да, ну дошли. Да, да максимально, короче, осуждаю такие высказывания. А ты знаешь, зачем не знаю. Кто? Ночные очки. Что, блин, еще раз? Что? Валерчик, а ты знаешь, зачем у Юи Кимуры на голове гоночные очки? Ну, потому что она гонщик. Ну. Все потому, что она может разогнаться до 300 км в час в позе наездницы. Подобно. Конечно, с негром пидорасом ей не сравнится. Пидорас. Иди нафиг отсюда, змеиная чешуя, иди нахрен отсюда, змеиная. Так бы шкуру бы схватил змеиную, максимально осуждаю такие высказывания. Чисто за хвост, максимально осуждаю такие высказывания, дурика неадекватная. Идет в казну. Благодарю. Валер, я тоже живу в Питере, мне кажется, я тебя видел на дне. Ты в моей парадной делал закладки. Я не было такого. Да не было меня такого никакой закладки. Как последнего негра. Поэтому ты пропустил тогда час день стрим. Я максим... Да иди нафиг отсюда, дурачок неадекватный. Максимально осуждаю такие высказывания. Так, смотрите, сейчас... Идет в казну. Благодарю. Вероника Пидорас. Осуждаю максимально такие высказывания гнилые. Я максимально осуждаю такие высказывания. Я слушать! Ай, да ладно! Что за дресню ты поставил, усатый? Кого да ты там дресня собрался защищать? Кто этого усатого обезьяна здесь не боится? Бубусик, поднимись. Ты не боишься, что ты боишься. Переигрываю только так. Осуждаю максимально такие высказывания гнилые. А ты что, змеиная, иди нахрен отсюда. Сидит шершень чисто комнатный, шипит оно. Валерочка, чатик уже надоел, хитить меня.
Я уже даже извинилась, но они продолжают меня хитить. Забанить, пожалуйста, в чате, иначе я попрошу всех наказать моего парня негра пидораса и мою девушку, узкоглазую куколку. Я максимально осуждаю такие высказания. Быдло перешло вот так вот черты чистые могут только из-под тишка и добрых людей клеветать. Потому что ничего святого нету, истинные черты по жизни. Максимально осуждаю такие высказывания. Ай, да ладно. Магда любит Зипуля, спасибо. Валера, посвящайте себе. Что именно? Ты слышишь? Осуждаю максимально, это тебе обезьяна поют комнатная, максимально осуждаю. Чисто гнида прибежала обезьяна на... Иди отсюда, максимально осуждаю, сам бы чисто за говно бы поднял и в клетку бы сам бы посадил. Максимально осуждаю такие высказывания, черта галимова. Ой, заходит ко мне в гости. Я сейчас добавлял, конечно, залетай. Как из меня. Сейчас, все в порядке. Чисто опять. Нигер, пи. Успел, максимально осуждаю такие высказывания. Максимально осуждаю такие высказывания, гнилые-то. Я максимально гипер-ультра-жестко осуждаю такие высказывания. Успел. И, кстати, держи монетку. Только надо уметь тебе и быть пригодится. Осторожнее, понимаешь? Ты что, Микаэлу из Вольера выпустила там, Акеш? Вот что ты делаешь, лимит, блин, нафига ты это кидаешь еще сверхлимита? Это парад, вам надо ведь сюда, вы инслоник! Парад слонов! Да, отправьте, позвоните в больницу, пожалуйста, чтобы его реально, а лучше в зоопарк. В зоопарк это редкое животное, сдать надо. И до раз. А! Осуждаю я! Да я максимально нахрен осуждаю такие высказывания. В казну. Благодарю. Мой дорогой сатый фунтик, помнишь, как а мы какой фунтик? Играли я с тобой всей фунтик. Деревенской оравой в веселый арбузик? Мы проделывали дырки и ебали арбуз. А кто да не было такого, не обманывай, не только было ты такого. Всегда был первым. Не я было. Ты ценит меня, какой арбузик еще, черту? Не было такого.